Всем привет! Перед нами Xiaomi Elight. И это, пожалуй, самая сложная лампа из всех когда-либо существовавших. Стоит она около 50 фунтов, многовато для лампы, как покажется многим. Но у нее припрятано несколько фокусов в рукаве, через минутку мы о них узнаем. С первого взгляда понятно, что это продукт Xiaomi. Каждая его часть выполнена невероятно красиво, можно подолгу любоваться. Также лампа очень качественно исполнена. Основание выполнено из металла, а вся конструкция выглядит просто шикарно, при этом не оставляет отпечатков пальцев. Говоря о техническом исполнении, как видите, здесь всего две кнопки. Очень минималистично. Есть кнопка питания, которая просто включает и выключает лампу, как и ожидалось. Другая кнопка предназначена для изменения цвета. И вот здесь самое интересное. Одно нажатие, и цвет лампы мгновенно меняется на свет, напоминающий дневной. Еще одно нажатие, и можно получить любой цвет и оттенок, какой только захотите. 16 миллионов, если точнее. Верхняя часть – это полнофункциональная сенсорная панель. Вводя пальцем по краю, можно настраивать яркость. Я был поражен, насколько яркой она может быть. Камера не очень хорошо передает это, но поверьте, лампа очень яркая. Она вполне может заменить вашу настольную лампу, и хотя свет не направленный, эта лампа легко сможет осветить всю комнату. Ее огромный плюс – гибкость. Она может служить настольной лампой, а также лампой для чтения. Более того, она может быть использована как ночник или задавать ваше настроение в нужный момент. Все, что нужно от лампы. Ну и это еще не все. Вы можете скачать специальное приложение с сайта производителя, которое позволит вам удаленно через Bluetooth управлять лампой. Можно менять цвет и яркость, можно задать время, через которое лампа выключится, можно заставить лампу пульсировать, на ваш выбор 4 цвета из 16 миллионов. Можно настроить скорость пульсации, вообще от количества настроек можно сломать мозг. Пара проблем, которые возникли у меня. Первое, приложение на китайском, что в целом не катастрофа, учитывая легкость приложения, но было бы приятнее читать на русском, ну в крайнем случае на английском. Второе, что в общем-то не проблема, просто знайте, что лампа питается от сети, в ней нет встроенной батареи. Конечно, можно легко найти способ спрятать торчащий кабель, так что не волнуйтесь. Это была лампа Xiaomi Elight, она очень функциональна. Это самая навороченная лампа, которой я когда-либо пользовался. Она очень стильная, подходит к любому интерьеру и наполняет его светом на ваш вкус. Также возможности кастомизации очень обширны. И хотя я бы не дал оценку 100 из 100, эта лампа выглядит очень достойно в сравнении с основным конкурентом Philips Hue. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, надеюсь, вам понравилось. Увидимся!